надежду. Там дело ром, обычая хранит традиции, культуру и одежду. Эй, 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 спеши народ скорей, смотри, как выясняю, по цвету все сильней. Эй, 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 у пляжки чей быстрей, притоны шли и бросили, нельзя нам на корей. И жители Надымского района. Вновь собрала Надымская земля лучших спортсменов на 21-е открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Кубок губернатора Ямала 2015 года команду муниципального оленеводческого предприятия «Панаевское» Ямальский район. Команду муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское-1», Ямальский район. Команду муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское-2», Ямальский район. Встречаем команду оленеводческого хозяйства муниципального образования Тазовский район. Приветствуем команду муниципального образования Приуральский район. Встречаем команду Буровского района. Приветствуем команду Красно-Сельковского района. Впервые команда территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Харп». И завершает парад участников соревнований команда Надымского района, муниципальное образование «Кутуб-Юганское». Булкин. Здорово, дорогие земляки, здравствуйте. С огромным удовольствием всегда приезжаю на это мероприятие в город Надым. Поздравляю вас с открытием традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Вы знаете, мне очень приятно то, что на таких мероприятиях, во-первых, что они стали традицией года в год, и на этих мероприятиях мы собираемся все вместе поближе познакомиться друг с другом, показать свои традиционные
то, что сделали коренные малочисленные народы Севера, похвастаться своими достижениями. Мне очень нравится, что на этих соревнованиях очень много ребят, которые работают в нефтегазовом комплексе. Благодаря вот такому союзу, такому сотрудничеству у нас поднимаются, изменяются не только крупные города и мало, но и самые маленькие, самые отдаленные населенные. Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим участникам Олимпиады. Крепкого вам здоровья, благополучия. Я горжусь, что мы с вами работаем в одной команде на Ямале с такими крепкими, сильными, сильными своими традициями, сильными своими корнями. Здоровья всем, благополучия, справедливого судейства. С праздником, земляки! Внимание, Элина Каратаева, вас ожидает ваш сын Вадим в автобусе оранжевого цвета, находящемся возле сцены. Элина... Уважаемые надымчане и гости нашего города, на спортивной площадке бульвара Стрижова начался второй вид соревнования оленеводов по перетягиванию палки. Руки в сторону предупреждаемого участника и дает команду стоп. Во второй схватке соперники меняются. Перетянул соперника вместе с палкой. Если соперник оторвал обе ступни от доски упора, соперник получил второе предупреждение в данной схватке, либо перенес одну ногу или обе ноги через доску упора дальше колена.
если соперник отпустил руки от палки. Победа в поединке присуждается спортсмену при выигрыше двух схваток в ходе одного поединка. Со счетом 2-0, если соперник не вышел на помост в течение 1 минуты после приглашения. Уважаемые надымчане, гости нашего города, в нашем Надымском районе проходят 21-е традиционные открытые соревнования оленевода на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. На спортивной площадке бульвара Стрижова проходит второй вид соревнований по перетягиванию палки. Приходите и поболейте за наших спортсменов! Внимание, Элина Каратаева! Вас ожидает ваш сын в автобусе оранжевого цвета возле сцены. Элина... Команду Приуральского района. Тайбери Виктор Григорьевич, Варцапов Егор Митрофанович, атаман Филипп Анатольевич. Готовится команда Надымского района. В сектор по прыжкам через нарты приглашаются участники команды Приуральского района. Тайбери Виктор Григорьевич, Варцапов Егор Митрофанович, атаман Филипп Анатольевич. Готовится команда Надымского района. Нерковый Никита Янгорович, Акатета Анатолий Леонидович, Анагурищий Святослав Эдуардович. Внимание, представители команд! Кому необходимо отметить командировочное удостоверение, подойдите в судейский. Я не слал я птицами.
Через нарты приглашаются участники Приуральского района: Тайбин Виктор Григорьевич, Варцапов Егор Митрофанович, атаман Филипп Анатольевич. Готовится команда Надымского района: Неркоги Никита Янгорович, Акатета Анатолий Леонидович. Ванута Виктор Николаевич, Нагма Валерьевич, Ванута Вячеслав Владимирович. Так, у нас тут порядок. Эй, ну, не талендон там. Мог ты встать, ты! Мог ты встать! Филатра! На спортивной площадке бульвара Стрижова начался очередной зрелищный вид соревнований оленеводов по национальной борьбе. Уважаемые болельщики, давайте поддержим. Продолжается соревнование оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Прослушайте правила проведения соревнований по национальной борьбе. Соревнования проводятся на борцовском ковре в пределах круга диаметром 6 метров или квадрата размером 6 на 6 метров. Борьба проводится в национальной одежде, палице и кисах, в ближней стойке. Во время схватки можно отрывать соперника от земли, поднимать вверх, но нельзя делать подножку, подсечку
или проводить запрещенный кладет его на чистые лопатки. Соревнования по борьбе проходят в течение 5 минут без перерыва. Победитель определяется по наибольшему числу бросков, либо по чистой лопатке. Судья определяет чистую лопатку только после жесткого касания спины борца ковру в течение 3 секунд. Схватка начинается и возобновляется по свистку арбитра. Прыжки через нарты. Основным инвентарем являются макеты нарт, изготовленные из деревянного бруса. Макеты 10 нарт располагаются на ровной местности в ряд на расстоянии 50 см друг от друга. Прыжки выполняются в национальной обуви кисах. Подворачивание кисов не допускается. Прыжки выполняются с одновременным отталкиванием двух ног с места. Каждый участник имеет право на 3 попытки. В зачет идет лучший результат из 3 попыток. Участники выполняют прыжки поочередно согласно записи в протоколе. Участник, преодолевший 10 нарт, приземляется на обе ступни перпендикулярно нартам. Прыжком выполняет поворот в обратную сторону и обязательно с одновременным отталкиванием двух ног. На поворот дается 5 секунд. Прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки. От команды в данном виде соревнований участвуют 3 спортсмена. Владимирович, Лапкантер, Павел Борисович. Команда общины.